Всем привет! Сегодня к нам пришел блок Motronic 3.2 от Audi, машинка А4 C5 97 года рождения. Вот такой вот забавный на 5 фишек. Давненько их у нас не было, я думаю, не только у нас. Значит, что? Ну, как обычно, будем отключать иммобилайзер. Не забывайте, что мы оказываем наши услуги, если не можете сами справиться, практически на любом расстоянии, где есть почта, либо другой способ доставить до нас блок. Микросхемка расположена вот здесь вот в углу. Назвать ее 58B58258. По маске это аналог 24C02. Иммобилайзер уже в ней кто-то отключал. Видно, что она паянная. Но что я могу сказать? Вообще, по-правильному, если уже занимаетесь отключением иммобилайзера, вместо этой микросхемки лучше поставить ее аналог 24C02, ну или 24C04. Почему? Ну, в общем-то, бывает, встречается, что в этих машинках встречается защита в этих микросхемках. Ну что ж, помечаем, в какую сторону у нас стоит. Будем перекидывать. Ну, то есть вот они отключали иммобилайзер, и, судя по всему, он вернулся обратно на родину к ним. Такое тоже встречается. Ну, видно, даже люди, которые делали это перед нами, припоя, вон флюса, все залито, могли уже и помыть. Оп. Вот она наша красавица. Микросхемка довольно простая, довольно распространенная для того, чтобы корректировать. Как я говорил, использую программный продукт Wizard Proc. Вычитываем. Вот у нас вылез дамп. Сохраняем бакапчик. Как я и говаривал ранее, берем чистую микросхему. Самое сложное — это восстанавливать после всяких кулибиных прошивки. Потому что прошивка реально, ну, то, что вычитали, не была похожа на то, что должно было находиться в этой машинке. Делаем сверочку. Все отлично записалось. И возвращаем на родину микросхемку. Так, включаем. Опа. Так. И запаиваем. И проверяем. Красота. О. И обязательно вычищаем то, что у нас было, чтобы не осталось так же грязно. Как сказал классик, за собой нужно убирать. Собственно, вот и все. Можно собирать. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео оказалось полезным. До скорых встреч, пока-пока!